Приветствую зрителей YouTube канала моего. И я думаю, каждый сейчас, ну вот в сетях отслеживаю, много очень этому посвящают люди, комментарии в своих сюжетах ставят. Это проблема политзаключенных в Украине. Мы видим, что их становится все больше, уже даже как бы потеряли счет. И Заверюха, и других очень много людей находится в тюрьме. И убито много людей, которые стояли на правых патриотических национальных позициях. И мы видим ту же ситуацию, которая развивалась вокруг того же одного из таких достаточно правых людей, придерживающихся правых взглядов националистических, того же Мосийчука. И вот что хотелось бы, ну как бы высказать такую точку зрения, что почему молчат политические силы, общественные организации, мощные политические партии, например, та же Батьковщина во главе с Тимошенко по поводу политзаключенных, или та же Самопомич, Садового вообще не слышно, как будто его где-то пыльным мешком прибили. Или почему могла бы чуть-чуть добавить бы оборота в этом плане радикальная партия во главе с Ляшко. Мы не слышим голоса Балоги в этом вопросе. Мы не слышим как бы публичных заявлений того же Добродомова, того же Каплина, которые претендуют на какую-то политическую функцию, того же Гриценко. Более того, нету консолидированной позиции политических сил, полевых политических сил и парламентских оппозиционных политических сил. То есть, что мы уже как бы видим? Мы видим, что Верховный суд признал незаконность, как я и говорил, и многие тогда выступали, это лишение Мосийчука недоторканности в Верховной Раде и то, что его фактически арестовали и хотели посадить в тюрьму. Мы видим ситуацию с тем же Корбаном, который тоже является политзаключенным, и просто как бы в данном случае, ну, его типа партнер-патрон, тот же Коломойский, просто пошел на определенный, так сказать, сепаратный мир с тем же, скажем так, Порошенко. То есть мы видим, что сегодня в Украине сотни людей, а может тысячи, являются политическими заключенными. Ясно, что, во-первых, надо сформировать полный список политзаключенных. Раз. Второе. Необходимо сформировать полный список убитых людей за политические взгляды тем или иным способом. Конечно же, в этом огромная вина того же Авакова. Однозначно, как министра внутренних дел. Той же Сгуладзе, которая уже убегает, как и все остальные, с Украины, особенно после политических репрессий 9 мая 2016 года, когда в Украине фактически состоялся сталинский коммунистический кагэбистский шабаш во Львове, в Киеве и в других городах, где били украинских патриотов и защищали незаконные сборища коммунистов, социалистов, старых кагибистов. И на сегодняшний день, конечно, Аваков должен подать в отставку немедленно с поста министра внутренних дел. На нем уже столько висит, я считаю, крови украинских националистов, что, в принципе, он уже, я вообще удивляюсь, как он до сих пор еще функционирует. В принципе, он уже как обречен на его уже род на много-много поколений в этом плане. И он, конечно же, с огнем шутит уже просто напрямую. Поэтому политические партии должны сейчас создать полный список убитых политических деятелей, общественных деятелей, репрессированных политических деятелей, и необходимо, конечно же, выступить за их освобождение. Надо назвать фамилии, кто привел к тому, что они арестованы. Конечно же, это необходимо арестовать бывшего генерального прокурора Шохина, потому что он является одним из главных организаторов политических репрессий в Украине. Надо назвать, кто вообще, кроме Порошенко, кто еще стоит за этими такими, скажем, жесточайшими политическими преследованиями. И, конечно, надо посмотреть на деятельность того же Медведчука в этом плане, как он причастен к тем же политическим репрессиям.
и некоторых других людей. То есть необходимо, чтобы в парламенте были организованы открытые слушания по проблеме политических репрессий и массовых политических арестов в Украине. И этому, конечно же, надо положить конец. И ясно, что в этом виноват тот же Порошенко, потому что без него, без решений вот этой группы, так называемой узкой, которые они собираются, которые участвуют, и тот же Луценко, и Кононенко, и Ложкин, и другие, тот же, наверное, Третьяков, необходимо, чтобы они дали ответ и понесли соответствующее наказание за массовые аресты украинских патриотов, которые сегодня или убиты, или репрессированы, или находятся в камерах и в тюрьмах сегодня на территории Украины.